Погода хорошая? Хорошая погода. Цветочки мои. И Новый год. И Новый год. И Новый год. Где еще может быть Новый год? И он манивается. Что так упасть можно, катишься. Да, Маня? Героиня. Ой. Свежий воздух. Как-то так. Надо тут опалить, видишь, земля сухенько, тут вот сухенько сейчас. Так сказать, эх, прилетели. Хлеба дать надо. Мне только надо это. Сейчас пролью вот это. Цветочки хорошие. Я сегодня их посажу. Ты не упрыгивай, Маня. Мне потом что? Бегать за тобой? Как-то вот так. Да. Мани, я прям сильно там пахнет вообще. Так что всем доброе утро, доброго дня вам, хорошего дня, чтобы все у вас хорошо было и замечательно. А я вот, ребят, буду пить кофе с вами. И так мысленно с вами. Да. Да? Да-да. Всем добра. Будьте добрее. Смотрите, какая красота. Видите, шикарно. Так вот. Вот дальше идем, ребят. Шикарно. Речка, речка, речечка моя. Ну, сейчас мы, видите. А где? Краевая, краевая. На-на-на-на-на. Смотрите. Такая шикардосная природа на нашей набережной. Там тоже, там уже все цвело. И чайки, чайки, чайки и чайки. Короче говоря, вот так вот. Шикарно. Даже если не бить, там даже
некоторые уже цветают, белые, там еще это. Все сейчас скоро отцветет, будет что-то другое цвести. Все шикарно. Видите? Продолжаем, девочки, мальчики, показываю кораблик. Вон, смотрите. Какой кораблик. Наш город. Красивый. Новосибирск. Пойдемте. Вон там сердечко, клёны. Всем хорошего настроения, всем добра, позитива. Будьте добрее. Привет, друзья мои. Сегодня всю ночь шел дождь. Всю ночь. Еще был гром. Да, гром. И до сих пор он идет. Вообще погода испортилась. Вчера было так, ну, ветерок был. Ну... И так вот солнышко в начале, с утра так, а сегодня вообще кошмар. Смотрите, какая ерунда у нас, а не погода. Все грязно, грязно. Цветочки мои расцвели. И там еще... Вот это как ее? Флоксы вот это. Флоксы, да? Флоксы вот это. И вот это флоксы. А это наподобие горчицы, по-моему. Вот это вот этот цветок. Вот. Мне нравится, как она цветет. Вот это вот красиво. Люпины. Там сирень. И вот рябина. У нас как всегда, ребят, дорога прям вот, а там эти ставят, как их там называются, вот эти штуки-то, самокаты, по-моему. Вот здесь вот у меня цветочек хорошо, видите, глоксиночка. Ну, скоро от него вот этот зацветет, это должен, не знаю, зацветет или нет. Посмотрим. Хурмушечка, смотрите, у меня. О, хурма. Я штучки выпустила. Посмотрим, что дальше будет. Гранатик растет. Это тоже надо туда отнести, поставить там, пусть растет. Вот она. Красавица, да? А я сейчас кофе буду пить. Сейчас разогреем. И пойдем. Сейчас кипит. Сейчас кипит и кофе попьем. Да, кстати, картину надо дорисовать. Картину надо дорисовать. Все, неохота, да неохота. Ничего, дорисуем. Всем. Вот у нас дождь как. Льва. Да? Да так. Стучки, гренушечки. И дождь идет. Цветочки я вчера посадил, вот, смотрите. Вот это прям вот. Ну принялись. Принялись, кстати. Шикарно, да? Вот эти вот еще потом. Ну, это я потом там себе оставлю немножечко. Как-то так. А мы кофе будем пить.
Да. Ой, как эта дочь меня бесит, понимаете? Одно утешает, что красота скоро будет. Новый год. Да? Да. Давай, прыгай. Не хочет. Маня любуется красотой. Всю ночь так вот. Шоу. Идет вдоль. Короче. Ну такая, вы знаете. Ой. Идет. Дождик этот. А вон там, вон там Колизей, вон высокий дом. Не, ну он, это не Колизей, там подальше Колизей. Да, красота. Красота. Мне вот это нравится. Короче, вот так вот. Идем к пути. Да. Помидорки потом посадим. Будет очень вкусно. Синие помидорки расти будет. Да. Да, девочки мои, все хорошо. Всем добра и позитива. Ну, мои. Будьте добры, и все будет хорошо. Ой, кофе с утра, это хорошо.